Вдохновение действительно можно найти повсюду. Иногда достаточно просто остановиться и прислушаться к окружающему миру. В разговоре с другом могут возникнуть идеи, которые перевернут ваше восприятие. Книга, которую вы читаете, может открыть новые горизонты, заставить задуматься о том, что вы никогда не рассматривали. Даже простая прогулка по знакомым улицам может стать источником неожиданных мыслей. Обратите внимание на детали, как свет играет на листьях, как ветер шепчет в деревьях. Эти привычные вещи могут скрывать в себе настоящие сокровища идей. Откройте глаза, и вы увидите, что вдохновение ждет вас на каждом шагу.